Народ, всем привет, это Мариуполь, центральный перекресток, вот переход. Вы узнаете это место, кто местный и кто здесь был? В общем, вот он, дом с часами. А точнее, то, что от него осталось. Уже половину снесли, вон, пойдемте посмотрим. И, судя по всему, не удается его восстановить. Вот эта часть здания снесена. Вот это проспект Металлургов. Вон драмтеатр там. Да, посмотрите, вот. Я думаю, еще неделя, и вот этого ничего не будет. Поэтому посмотрите последний раз на это здание. Кусок здания остался, но его после праздников снесут, потому что сейчас 3 января, и никто не работает. Ну, что сказать. Я думаю, что построят новый дом. Но я понимаю, что те, кто привык видеть этот дом такой, какой он был, ну, жалко. Жалко, потому что, опять-таки, в этом доме история. Он старый, красивый. Место встречи, судя по всему, какое тут было. Но я думаю, что будет новый дом. Дом с часами – все. Дом с часами – все. А что касается остатка вот этого здания с этой стороны, не знаю. Но я думаю, тоже, потому что там было похоже все, и его снесли. Я думаю, тоже снесут. Посмотрим. Но это точно все под снос. Короче, вот так. Запоминаем последний раз, как это все выглядело. После обстрелов. Дом с часами, Мариуполь. Скоро это будет история. Можно и сюда заглянуть. Водафон. Главное, чтобы на меня ничего не упало. Вон, видите? Я не пойду туда. Короче, Мариуполь, самый центр. С этой стороны вид такой. Вот здесь экскаватор поднимается. Его будут все сносить. Видите, я сомневался. Нет, его будут сносить все, потому что там уже вот стены наполовину снесены. Там, кстати, дом тоже снесли во дворах. Вон там. Вон экскаватор. Раздолбленные машины. А вон там здание какое-то делают. Все, дом снесли. Тогда я показывал, что вот дом стоял. И чуть-чуть снесли вот с той, с правой стороны. А сейчас дома вообще нету. Получается, снесли его за 3 недели. Я уверен, построят новый дом. Предлагаю не эмоционировать, хотя я понимаю, что местным, кто, ну, узнает это место, тяжеловато, особенно тем, кто уехал, наверное, построят новый. Я вам просто не то, что гарантирую, я не могу ничего гарантировать, но я уверен в этом. Хороший был дом. Как бы не провалиться вон туда. Да, вот здесь я был, помните? Все, видите, уже почистили, его на остаток сносят. Короче, сейчас, ну, грязно, плохо все, я понимаю, но лето, лето нужно. Я думаю, тут летом уже будет другая стройка активно вестись. Экскаватор Cat демонтирует этот дом. Мусор уберут, все почистят и приступят к новой стройке. Конец января, Мариуполь, 23-й год. Всем добра и мира. Это незабываемая память, как дедушка держал меня во время парада. Вот, кстати, с нашего окна в советское время было видно парад. Помост. Парад и вот парад Победы как раз шел именно напротив нашего окна. И вот она осталась, родная. Вы понимаете, дело в том, что этот дом не просто дом, это он нас спас. Ну, то есть, вот мой дом, моя крепость.